Привет, народ. Находимся мы на речке Псёл. Приехали за карасём. Взял две удочки. Прикормочка там, черви. Вчера приехал с Полтавы, буквально на Коломяке был. Видео есть на канале. Вот, и что-то так захотелось жареного карася. Вот, я собрался вчера вечером и сегодня раненько утром приехал. Все, сейчас закармливаемся, замешиваем прикормку, закармливаемся и ждем. Ах, блин, сход, ребятки, сход первый. Фу, а там был хорошенький карасик, я даже так его почувствовал, как его... Фу. Блин, и не сел, зараза. Блин. Зараза, окунь. Вот такого червя, ребятки. Купил крупного червя. Но окунь такой мелкий. Я уже думал перекидывать удочку. Вот такой вот первый карасик. Ух ты, тепленький. Ребята, я немного прогадал. Холодина такая. Не оделся как надо. С утра не холодно. Карася достаю, он теплый. Так вот, на червячка такого большого, крупного. Такой вот карасик. Рам 250, наверное. Классно. Сначала есть. Так, все. В садочек его кладем в воду и ждем следующего. Ребятки, это лень. Ай, сошел. Блин, капец. Вы видели? Фу, там линяра килограммовый был. Лень, капец, караул, блин, линяра. Фу, я в шоке. Ноги затряслись. Ну, сошел. Ребятки, проанализировал я свои минусы, будем их исправлять в следующей рыбалке. Но пока есть такой карасик, на жарёшку пойдет в садочек нам. Это второй, который в садке. Сходы были, ребятки, если бы я взял то, что подсек, хотя бы взял то, что подсек, то рыбалка была бомбезной. Да ладно, заляпала вас. Пробуем еще, время есть немножко, пробуем еще поймать.
просто нету слов. Я не понял просто, что произошло. Сейчас сижу в шоке. Надо бы видео пересмотреть. Подсек есть. Хорошая рыба была. Очень хорошая была рыба. Что-то катушка какая-то вжук попустилась. Катушка сработала, я не понял, что. Невезучий сегодня день. Фу, блин. Ой, там, ребятки, было, блин, ну что там, видите, вообще не прет, блин, ну вообще сегодня не прет. Смотрите, какой у меня там червь стоит. Смотрите, долго стоял, час ничего не брало. И пошел, потопило, подсек, первый удар такой хороший. Бздымки нету. Не везет сегодня вообще, не прет сегодня полностью. Короче, что-то, видите, не то. Подсечь не могу, видите, может надо крючок поменять, не знаю. Может надо будет крючки поменять, потому что я не знаю, там мне какие-то крючки, я даже не знаю, что там они за крючки. Может купить какие-то хорошие, вот, именитого бренда, попробовать их. Видите, червь даже целый, такой толстошкурый. Ну, так просто его избить. Ну и мелочь не трогает. Итак, народ, рыбалочка закончилась. В принципе, ну, показать вам будет нечего, поэтому вряд ли я чтобы это именно отдельное видео это выложил. Поэтому я с вами не прощаюсь. Дальше пойдет, скорее всего, видео с другой рыбалки. Но я сделаю вывод, потому что очень много сходов было. Хорошая здесь рыба есть, просто нужны, мне так кажется, еще и крючки тоже получше. Подсечку делать тоже порезче, и подсака нужна. Вы видели, просто ну, возле лодки так вот, вот так вот уже беру его, он булька возле лодки. Ну что ты сделаешь, подсака была, взял бы. Так самое линь, может быть, я его достал бы подсакой, та забрал бы. В общем, короче, я не расстраиваюсь. Вот мои два карасика, вон они, видите. На пожарочку мне хватит, поэтому, в принципе, я особо расстраиваться не буду, сделаю просто выводы и исправлю их в следующий раз. Все, ребятки, не прощаюсь, смотрите дальше. Ну что, привет, народ. Опять с поплавочком. Удочки уже закинуты. Ветер с самого утра. Дует нехилый, короче, очень плохо ловить. Не удочку закинуть, как раз он так идет боком, боковой. В общем, как-нибудь уже закинулся, прикормился. Попытка номер два. Поймать все же такие карасиков. Опять забыл подсаку. Уже выехал, блин, в гараж вчера вечером специально заехал за подсакой. И все равно забыл. Ну как, не только за подсакой, там еще за прикормкой, туда все. Ну, в общем. Но крючки я поменял. Может быть, все-таки и крючки еще помогут. В общем, все, пробуем, посмотрим, что у нас из этого получится. Ого. Дойдет половить. Смотрите, карасик такой, грамм 300 точно есть. Супер. Это первый крючочек, новенький, сработал. Иди сюда. Хорошо убился. Ну да, тут грамм 300 есть, ребятки, точно карасики эти. Класс. Садочек его кладем.
кусочек его. Хороший ренвинок, друзья, видели? Все же я его взял. Такой вот. Грамм 800 точно в нем есть. Наконец-то. В садочек его уложим. Эта рыбалочка уже другая. Крючки, ребятки, видите? Поменял крючки, предыдущий вам карася не сохранил, к сожалению. Уже видите, как видели уже, как я его положил в садок. Супер клин, конечно, просто бомбезный. Монстряка был хороший. Все же видите, подвел это меня флюр 0.18. Не знаю, что видите, но возле узла он там треснул. Видите? Жаль, но имеем то, что имеем. Народ, дождь идет, затянуло тучами, смотрите. Караул. Поэтому я, ну не знаю, сейчас 8:30, наверное, буду закругляться. Холодно, капец. Синоптик рисовал одно, синоптик рисовал дождь после обеда, он пошел с самого утра. Уже час как идет. Жесть. Поэтому, ну, наверное, ну, хоть ветер хоть чуть-чуть утих, потому что такой ветер был, капец. В общем, сейчас, наверное, собираюсь и держу путь к машине, а там вам рыбку покажу еще. Так, сейчас взвесим нашу рыбку. Так, сейчас, наверное, так вот в садке сначала все. Три рыбки. Пусть там сетка 1,5 килограмма. Сейчас достанем линя, свесим отдельно. Линь 670 грамм. Итак, народ, я в машине, дождь меня загнал сюда, ливень такой напустился, я промок до нитки. В общем, ну вы видели, да? Сегодня, значит, мы поймали с вами 3 рыбы, 2 карася и 1 линь. Но эти 3 рыбы потянули на 1,5 килограмма. Вот, ну, я считаю, это достойно. Рыбачил я с 6 до 8:30. Дальше только воду толкнули с Днепра. Получается, она перебивает псел, течение идет в другую сторону. И все, клев просто прекращается. На поплавок клев прекращается. Поэтому, ну, вот, ну, как вы считаете, вот можно так вот выезжать и рыбачить? 3
три рыбы, ну, на 1,5 килограмма. Я считаю, это очень достойно. И, ну, ловить там вот таких вот пидюрок попробую еще поймать на эти 1,5 килограмма. Ну все, всем, ребятки, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.